Хей, йоу, гайз, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Friend Bow. В прошлой серии мы изучили, что же с вами остров свой. Побывали вот сейчас, это осень, да, у нас? Не, весна. Либо лето, весна, походу. Лето, все-таки лето, походу лето. Так, мы переключаем с вами часы, у нас остается весна и осень. Ой, осень и зима, да? Или нет? Вам плевать. Так, грибки... Погнали, что у нас изменилось? Подойди ближе, Френ. У меня есть что-то... у меня есть то, что ты хочешь. То, что ты ищешь. Мамочка? Это ты, мамочка? Любимая дочь, подойди, позволь прикоснуться к тебе. Мамочка, мне страшно. Тебе нечего бояться, подойди ближе, Френ. Я хочу поцеловать тебя. Но ты не можешь быть моей мамочкой. Нет, она мертва. Подойди ближе, сейчас же! Иначе большой монстр придет за тобой. Нет, ты не моя мамочка. Оставь меня в покое, дорогая. Большой монстр придет за тобой. Он придет и заберет тебя. Придет и заберет тебя. Мамочка, ты пугаешь меня. Мамочка, прекрати, прошу. Манать, а почему они вообще тут появились? Сейчас же как бы... Ой, стоит там рыбка. О, так много рыбы. Кажется, они торопятся. Куда вы прячетесь? Домой? А хотел бы я пойти домой. Так, теперь я могу, в принципе, зайти в библиотеку. Посмотрим, что там есть у них в этой библиотеке. А, стоять, а королевский этот. А, походу, тут... А ну-ка. Этот не появится, да? Походу, нет. Но теперь он точно должен меня пропустить. Стой, где стоишь? У тебя есть пароль? Нет, какой пароль? А пароль от библиотеки, конечно же. Он нужен, чтобы войти. А вы знаете, кто его может знать? Да, великий волшебник. Он знает все. Хорошо. Тогда буду искать пароль. Пока. Манать. Теперь нам нужно еще какой-то пароль, чтобы зайти внутрь библиотеки. Значит, в библиотеке все-таки что-то есть по сюжетной линии у нас. Так, ладно, побежали. Они все еще продают. Часовщик пропал. Эти все еще что-то строят. Ладно. Погнали. Не-не, погнали сначала ла-ля-ля-ля. На остров. Эта лодка выглядит очень старой. Думаю, ее нельзя использовать. Так, теперь мы можем сюда пойти. Я знала, что это дерево. У тети Грейс есть... А, все, значит, это уже было диалог. Цветок. Ладно, ну по цветку. О, этот цветок красивый и отличается от остальных. Ой, у него есть шипы. Кто же это... Мело. Так. Это смело. Мне тоже нужны шипы, чтобы... Плыва, что? Мне тоже нужны шипы, чтобы... Так, навредить злому монстру. А мы можем обрезать. Опа, красный цветок, как горячая любовь. Красный цветок, он забавно пахнет. А могу я цветок подарить этому чуваку? Достаточно много. Так, ладно. Так, мне, походу, что-то с этим мне нужно делать, с руками. Этим механизмом. Только что. Так, хорошо, возвращаемся самое назад. Самое начало, так сказать, к древу. Или лучше с библиотеки начинать? А, давайте начинать с библиотеки. Хотя здесь начнем. Так, здесь вообще никого нет уже. Да-да. Кажется, все закрыто. Да, тебе не кажется, так оно и есть. Кажется, все закрыто. Тупо заледенело.
Опа. А куда все поместье исчезло? Теперь... Говорящая гора. А, то есть мне нужно внутри, да, что-то сделать, чтобы гора заговорила. Два большие пустые бутылки. Вот что это. Так, ну давайте поговорим. Ой, вы великий волшебник, сэр. Это вы? Потому что если это так, нам нужно поговорить. Мы можем поговорить. Простите, вы можете говорить? У тебя слишком много вопросов, это хорошо. Ой, простите, сэр. Король сказал, что вы мне поможете. Король говорит, мы исполняем. Я хочу одолжить у вас камни, чтобы открыть древо в мой мир. Камни пропали. Я не могу... Я не понимаю, где они. Не помню. Каждый раз, как они ищут, я прячусь. А когда я прячусь, я забываю. Их нельзя найти. Ох, понятно. Но может, я смогу вам помочь их найти? Просто хочу узнать ответ на главный вопрос. Откуда появляется кролик? Я видел, как это делает человек. Кролик появляется из пустоты, пустой шляпы. Как? Это великий вопрос из всех. Потому что если ничего не существует, тогда ничто существует. Ну, если ничто существует, тогда нет никакого ничего. И мне снова любопытно, как? Того, кто сделал. Сэр, почему бы вам не спросить того, кто это сделал? У меня посетитель. Добрый день. Что привело тебя к великому волшебнику? То есть, ко мне, к твоему сведению. Так, а что это произошло? Почему не сразу он так заговорил со мной? Добрый день, сэр. Я пришла за камнем. Король прислал мне. Камни? А, давно так. Давным-давно кто-то уже приходил и спрашивал о них. Я сотворил самое фантастическое заклинание из всех, чтобы никто не смог найти их. Знаешь, четыре тени. Камелы. Они постоянно пытаются их украсть. Поэтому я должен был удостовериться. Но, сэр, мне нужны камни. Это мой... Так, это место не мой дом. Камни прячутся. Я помню только четыре загадки, связанные с камнями. Четыре загадки, которые восстанавливают мою потерянную память. Только ответив правильно, то есть четыре загадки, я смогу сказать, где найти пять предметов. Эти предметы являются камнями в их слоях, так, реальности. Затем единственный, кто сможет их вернуть, это я. Ох, много информации, сэр. Позволь мне показать тебе. Воу-воу-воу-воу. Значит, это звезда Эвереста. Ом Кабеи, величайший путеводитель неба. То есть, когда я ответил, кто ищет людей, это сделал, он сразу мне это, да? Поверил. Он подумал, что я сначала этот, тень. Величайший страж этой земли. И что я должен сделать, сэр? Где загадка? Я дам... Тебе четыре загадки, написанные на языке всего. Ответом всего будет один предмет. Размести предметы на звезде Эвересты на соответствующие символы. И после этого я скажу тебе, где камни. Ох, большое спасибо, сэр волшебник. Что, ребята, отгадывать? Сэр волшебник, король сказал мне, что вы сможете сделать меня человеком. Он так сказал. Думаю, он прав. Хотя я едва помню, как это сделать. А вы не помните? Но я не могу отправляться домой как дерево. Я понимаю, но сейчас я не могу помочь. Нужно восстановить мои знания. Мы попробуем сделать тебя человеком после того, как ты найдешь первый камень. Ах, это было бы потрясающе. Да, потрясающе. И здорово. Просто попробую разгадать загадки, и я думаю, все будет хорошо. Сэр, мне нужно сделать что-нибудь особенное, чтобы стать человеком?
Как мне кажется, запах очень важен, если я правильно помню. Так, принеси мне свою одежду, и мы посмотрим, как это сделать. А, вы можете мне снова объяснить загадки? Я забыл, что делать. Просто размести правильные ответы на верхних местах звезды Эвереста. Когда завершится, мы продолжим. А сейчас меня ждет королевство. Так, стоять, давайте я ему сразу вещи использовать. Пахнущая одежда. Я пока не могу тебя сделать человеком. Найди первый камень. Хорошо. Какой мил... Так, милый кролик. Любопытно, слышит ли он волшебник? Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть. Изучить. Холодный обычный... Холодна обычно я, но лишь используешь меня, я стану очень горяча. А что не знаем? Словно солнце я сияю, но совсем не обжигаю. Лишь кислую улыбку вызываю. А кислую улыбку вызываю. Словно солнце я сияю, но совсем не обжигаю, лишь кислую улыбку вызываю. Это лимон. Хорошо, этот я знаю ответ, это лимон. Итак, я должен ответить на загадку. Так. Хладная дождь. Хладная дождь. Плыви, плыви. Танцуй сквозь поток воды. Хладная дождь. Плыви, плыви. Танцуй сквозь поток воды. Скорее всего, либо это рыба, хладная дождь. Плыви, плыви. Танцуй сквозь поток воды. Либо это рыба, либо это кусок льда. Так. Легкие. Пустолетный. Для птицы по... Свободу я несу, а людям письма я пишу. Ну, это изи, это письмо. Короче, у нас тут либо рыба, либо лед. Потом у нас лимон и перо. Холодно обычно я, но лишь используешь меня, я стану очень горяча. Так, как вариант, это может быть... Используешь меня, я буду холодно. Ножик. Я не уверен, что... Что с этим делать, блин? Отрицательно. Но здесь это будет перо. Это не работает. В смысле не работает? Пишу письмо. Так. Тогда... Не-не-не. Объединить. Фу. Неработающие вещи меня злят. Так почему? Подождите. Это ж письмо. И это может быть еще спички. Фу, не работает. А в смысле? Как оно не работает? Великий волшебник здесь что-то готовит. Ничего, конечно, о чем я думала? Так подожди, а что? А как мне? Сосредоточься на загадках, Френ. Я всегда не могу тебе помочь. Я всегда могу тебе помочь. Ну так смотри, у нас есть перо, ножик, скорее всего, типа. Холоден он, когда не работает. А им поработаешь, тепло. Холодна обычно я, но лишь используешь меня. Я стану очень горяча. Но это, скорее всего, нож, либо кузница. Одно из двух. Странно. Странно, странно, странно. Ну, давайте, в принципе, загадки догадывайтесь. Могу я взять лестницу? Мне не за что карабкаться на эту лестницу. Я знаю это древо. Так. Сэр, я могу взять один из ваших лимонов? Прости, милые, ресурсы ограничены. Я забираю все лимоны, что... Так, тихо. А хочешь, подождем вместе? Нет, не могу. Я должна вернуться домой. Домой? Ты дома, мой друг. Вселенная и есть твой дом. Очень хорошая мысль, фу. Что за запах? Ого. Мои газы. Шо, чтобы отогнать тьму, понимаешь? Хотя странно. Я не вижу никакой тьмы. Ну и дела. Ха-ха. Что ж, мне нужно идти, пока. Так, а мне код какой нужен? Камон.
Мне нужен код, во-первых, от... Да. Привет, Ефрен, что ты делаешь? Добрый день, я уру тебя, всякую этот кусок железа. Для чего? Мне нужно сделать так. Часовщику несколько деталей. Так, понятно, вы делаете любую работу, бла-бла-бла, конечно, если ты хочешь. Это хорошее, спасибо, сэр. Да, работает, если... Блин, а что мне тогда делать? Я в тупике тогда. Так, мне это использовать. Ладно, горяча. Фига, я не пойму. Мне нужен, во-первых, код, который я не знаю, как называется. Может, мне руки нужно... Сколько у нее этих? Ага. Давайте поклацаю. А эту не издавай. Может, я придумаю комбинацию, которая нужна. Здесь точно что-то должно быть. Просто в этом уверен. То какой код? Мне нужен код, чтобы войти внутрь, во-первых. Ладно, короче, нихера у нас не получается. Здесь ничего не меняется, да? Давайте снова поговорим. Вы можете мне снова объяснить загадки? Я забыл. Так кому? Он как мне, блин, разместить их? Я знаю, что... Я точно уверен в нескольких загадок. Ладно, обычно я лишь используешь меня, я стану очень горяча, это ножик. Потом, словно солнце я сияю, это лимон. Лишь кислую улыбку я вызываю. Холодная дождь, плыви, плыви. Танцую сквозь поток воды. Рыба, скорее всего. Легкий пустотельный, для птиц свободу я несу. А людям письма я пишу, ну типа перо. Птичье перо, которое можно писать. Использовать. Так, стоять. Мне нужно понять. Это должна быть 3, конечно же. Так. Так. Оно очень горячо. Ножик. Так, ножик, лимон, рыба. 4. Использовать. Ага, ножик я вообще не могу использовать. Хорошо. 3. Ну, допустим, у нас уже есть одно. Хотя, может быть, использовать мне горяча. Да, это спичка. Вот, крошечка спичка. Надеюсь, ответ правильный. Типа холодно используешь, и меня будет горяча. У нас остается рыба. Либо типа того, и лимон. Ну, короче, лимон и рыба. Ну, с одним у меня точно проблем не будет. А с одним проблема, с лимонами проблема.
Потому что я что? Правильно, я не понимаю, что мне делать. Давайте в лето пойдем. Не могу поймать рыбу этой удочкой, она сломана. Кузнецу пойдемте починим. Тьфу, не работает. Здравствуйте, мисс. Хотела бы узнать, есть ли у вас нить или леска? Леска, нить. О, да, да, есть. Тебе нужно? Ага, да, пожалуйста. Сколько? Их довольно много, их... Это хорошо. Я имею в виду цену, мисс. Мне нужно столько, сколько нужно для лески. Ох, я забыла про цену. Понимаешь, я никогда ничего не продавала. Знаешь что? Забирай просто так. Надеюсь, она тебе пригодится. О, отлично. Ух ты, спасибо. Надеюсь, вы установите цены и что-то продадите. Пока. Так, теперь у меня есть объединить. Готово. А мне крюк не нужен, ну, типа, крючок, типа того. Это... В смысле, нельзя сделать? Хм, даже если это сработает, я не знаю, что делать. Так, тогда мне что нужно? Что мне тогда нужно? Не, не работает. Не знаю, не знаю. Здравствуйте, мистер Кигвинт. Когвинт. Привет, Френ. Я тороплюсь. Поговорим позже. Хорошо. Привет, Зельма. А можешь повторить свою песню? Да, могу. 1 на 1 будет 2, 1 и 2 будет 3, 2 и 3 будет 5, и 3 и 5 будет 8. Вот и все. Спасибо, пока. Может, это есть песня? Может быть, это код к песне, я не знаю. Привет. А, это снова та же. Тот же диалог. Рыбу я ловить пока что не могу. Хотя... Сейчас стоять. Объединить с цветком. Нет, не работает. Может мне карточку здесь дезинфекции показать? Типа вот мой пропуск сказать. Давайте так и попробуем. Я не могу это показать. Текст на нем может доставить нам хлопот. Пользовать. Даже если это сработает, я не знаю, что делать. Цветок. Нет, ножик. Я уберу свой нож. Не хочу никого ранить. Монетку давай дадим. Я не уверена, что с этим делать. Отрицательно. Походу, все-таки нужно, чтобы пока он не сорвал последнее. Нужно как-то вытащить, достать. Это не сработает, хм. Ай, зашек лимона, прости, милый. Какой код? Блин, слушай, мне нужен код. Так какой код? Где я могу его взять? Ну, здравствуйте, ты нашла свой билет. Шоу вот-вот начнется. Ну, здравствуйте, ты уже нашла свой шоу вот-вот начнется.
Как мне найти билет? Где мне его взять? Волшебник не будет мне... Стоять. Волшебник. А если я использую сейчас и здесь? Вы можете мне снова обидеть? Ну блин, а. Ладно, что тут написано? Я не понимаю, но узнай некоторые символы. Не понимаю, но я в другой реальности, так что это нормально. Это немного однирог. Или чего-нибудь такого? Я не понимаю, что мне делать. Что мне делать? О, за херня. Где мне взять, во-первых, билет? Билет. Может, с охранником поговорить? Библиотека, библиотека, библиотека. Ух. Мне нужно с тобой просто поговорить. Все, не нужно мне закрывать. Блин. Один волшебник может тебе помочь. Хорошо, тогда буду искать пароль. Ну, мне он не говорит. Понимаете? Он мне не говорит. Он мне не говорит пароль. Любопытно, написано ли здесь и Вереста. Должно быть это так. Мужик, морковка там летает и все, блин, я не понимаю. Тупо, просто тупо. Я не понимаю. Должно быть это необычная лодка. Способна летать. Точно, стоять. Мы еще, блин, я не знаю, можно попытаться, знаете, с вами отправиться в этот, на остров с помощью часов. Это я уже далеко, да, просто ушел. Так, а я туда могу пойти? Ох, это должно быть замок. Интересно, на вкус он такой же? Ясно, значит, что-то здесь не так. Блин, значит, мне сюда не вариант возвращаться. Значит, где-то что-то нужно искать. Ну что, где? Здесь тоже в основном ничего такого не меняется у нас. Нового тоже не понимаю, ничего не понимаю я. Какой способ войти?
Ух ты, какой огромный валок. Хоть и не настоящий. Интересно, для чего это он используется? У него 4 руки. Может, у великого валка 4 руки? Нет, это какой-то кот. Стоять. А, не, навряд ли. Как это не рядится творится? Не понимаю я. Вот встрись хотя бы. О, тихо. А, ну не вофиг спросишь. Тени, даже теней нету. Почему я с горой поговорить не могу? Было сказано, что я, то это все просто живая использовать. Почему я с ним поговорить не могу? Какой мне сезон нужно прийти, чтобы исправить эту херь? Может, дать ему цветок понюхать? Не понимаю я. Не осознаю я факта. Что мне делать? И пароль не получить нигде. Чего такого духи? Чего в таком духе? Может, с ним поговорить, может, он еще что-то скажет мне, расскажет. А снова здравствуйте, надеюсь. Снова здравствуйте, надеюсь, ты найдешь свой путь домой. Бля, ребят, короче, я не знаю. Давайте потом, уже когда найду ответ, либо найду хотя бы что-нибудь, потому что я не вижу ни хера. Послушайте, вот у меня удочка есть, но я рыбу поймать не могу. То объединить я тоже, типа, стоять. Пользовать. А почему ты можешь нарисовать пропуск? Почему бы и нет? Да-да-да. Почему я не могу? Я собираю все лимоны, что может унести корзина. Все лимоны с дерева. Я не успеваю, да, просто за ним идти? Может, мне нужно сейчас стоять. Корзину немного подпортить. Как вариант. Корзина кажется в хорошем состоянии. Хорошо.
Котик, я хочу кое-что сделать. Веди себя естественно. Да, теперь картина не унесет все лимоны. Отлично. Ох, чайно упавший лимон. Я возьму его. Так, хорошо, у нас остается с вами рыба. Я рыбу споймать не могу. Частички удочек здесь тоже нету. Может, мне тут с кем-то нужно объединить? Ладно, либо мы как-то добыли с вами. Это нельзя сделать. Почему? Почему? Где мне взять острие для уточки? Мне нужен код. Я не могу код найти. Иного способа я не вижу. Я думал, может, куда-то там влезть можно, но, увы, нет. Ладно, давайте на этом тогда закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.